It was really fun. We weren't out here for long, but to be able to come out here and just help the community and give back is just great for us. Anytime that we can give our time back to the kids or give our time back to the community is awesome. You know, I think that everybody had fun out here today, and myself, I had a lot of fun. I'm hoping they did too. Это очень нужный проект, потому что мне сегодня, во-первых, очень понравилось. Интересно, пообщались, поиграли в баскетбол. То есть проект One Team, он очень нужен, я считаю. Потому что и такие встречи, они очень нужны в целом. Я руководитель службы адаптивной физкультуры и спорта в государственном бюджетном учреждении научно-практический реабилитационный центр департамента социальной защиты населения города Москвы. Хотел бы сказать всем огромное спасибо за данное мероприятие, потому что оно стимулирует наших воспитанников на регулярные занятия, на участие в соревнованиях различного уровня и подталкивает к всему лучшему, что происходит в спорте. We are all one team.